В виду или про что? Денис, привет. Спасибо, Денис. Хорошо, ты как? Блин, ветер меняется. Ты, сучка, по-русски не говори. По-русски хочешь, я скажу. Пошел нахуй отсюда, ба. Это по-русски, конкретно. Привет, солнышко, ты привет, красивая девушка. Ну, спасибо, Павел. Привет, Паш. А что за понятие у людей, если ты разговариваешь на русском языке, значит, ты русская, что ли, или что? Что за мышление тупое у людей вообще? Я тоже таких людей не понимаю вообще. Бесит аж. Вообще, бесит, раздражает такие люди. Как можно вообще так мыслить даже? Сразу видно. Для меня сразу такие люди не начитанные, не образованные. Историю войны не знают. Ну, вообще ничего. Ну, как бы, мировой, да, вот войны. Вообще, ну ничего люди об этом не знают сразу. Для меня поэтому такие недоразвитые люди, я их считаю так. Мухтар, привет. Everyone, guys, tap to screen. Что-то мало, очень мало лайков. Сейчас пакетик я изменю, сделаю нулевой уровень. Кстати, когда у нас пакетик был на нулевом, без вот этих командных сердечек у нас лайков было больше, помните? По 200 с чем-то. Сейчас вообще... У нас за час практически почти 50 тысяч мы набирали там. Посылаю всех далеко и надолго. Ты фригидная. Ага, да, конечно. Наташа сегодня блокирует всех. Вообще, сейчас возьму, как открою тему сегодня про... Не будите во мне хомячка. Вам оно надо? Буду фыркать, сидеть. Наташа, видела, если ты листала по рекомендации, видела такой блог, типа один мужик сидел и говорил, что женщина должна прощать измены. Должна прощать измены. Слыхали? А, да? Не слышала? Вугар, привет. Доброе утро. У меня вопрос, это как? Привет. Здрасте. Как дела? Спасибо. А что у вас так темно? Сейчас исправим все это. Вы любитесь меня? А если я вас увижу, я вас люблюсь? Да. А, да? Угу. Угу. Я лайк вас. Лайк, ребята. Самооценкой все в порядке, да, я смотрю у вас, босс. Угу, угу. Все прекрасно. А вы сами откуда? Я с Южной Кореи. А работаете? А вы откуда? Казахстан. Казахстан? Да. Вот Абдулхамачев, надеюсь. А родом откуда вы? Я родилась в Казахстане, родина моя Узбекистан. А чего? А из какого года? Какого города? С какого года вы говорите? А, какого года? 94-го. Да. Очень хорошо. А вы какого?
Ахтубе, хорошо, вот Лухамых, родной. Принципиальный. Я? Как думаете? Так, на улице шумно, пойдете домой? Куда домой? Ну, что-то не знаю. Шумно. Хам, хам, лайк. Хам, лайк. Хватит. Имеешь? Зарё. Хамсан, не да? Зарё. Сейчас, Рахмет. Төрт адам бір-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 
Смотрите, ребят, пол. Бер-бер-роза есть, да? Еще за три розочки, спасибо, родная. Еще три розы. Саша, роза. Еще две розы. Еще роза. Так, надо испытание пройти. Да, а кто это краше? Еще роза. Угар, спасибо. Еще розы. Давай, сейчас. Давай. Yeah. Прошло, да? Everyone, guys, tap the screen, tap. Стучим, тапаем, родные, тапаем по экранчику. А как тебя зовут? Можно просто Чика. А если полностью? Я не хочу сейчас говорить полностью. Причина? Ну, у меня большое количество людей сидят, я не хочу. А, хорошо. Да. Литр. Занды, артык кетіп қанадандар, ұнатпаймыз ғой, хорошо. Сол жерде наказ етіп начинается. Хорошо. Жеті адам отырмыз. Жеті адам. Тізе наказ етіп шықтың оларды. Атым айтқым келіп, мен қайғылан екенін білген не аласың деп отыр ма? Көрек. Е? Ребята, тапаем по экранчике, тапаем. Лайк-бот. Ребята, тапаем. Как тебя зовут? Чупа-чупс, да? Меня? Чупа-чупс? Да-да-да. А вы что, читать не умеете, что ли? Мой никнейм? Угу. Вроде на латинице. Вроде на латинице написано. Как? Я говорю, вроде на латинице же написано. Читать не умеете? Не, я только на русском умею. А, только на русском?